Всем привет! Вы на канале Велострана Обзор и с вами Семен Трухин. Сегодня мы с вами познакомимся с задней моделью фонаря от компании Moon. Модель называется Cerberus. Как вы видите, мы уже распаковали наш фонарь, давайте коротко пробежимся по его комплектации. В данном случае у нас присутствуют сразу три резиночки разных размеров. Они будут нужны, соответственно, чтобы закрепить данный фонарь на вашем велосипеде, и их три, чтобы, соответственно, вы могли подобрать под свой диаметр подседельного штыря. Также есть в комплекте провод стандарта Type-C, что говорит о том, что фонарь уже не из прошлого, а достаточно современная и актуальная модель. Ну и сам фонарь. Если на него смотреть вот так, то он напоминает космический корабль из «Звездных войн» за счет таких вот своих ушей. Как вы можете понять, что крепится данный фонарь у нас исключительно вот в таком вот вертикальном положении на подседельный штырь. Поэтому нужно будет учитывать, что седло не должно быть утоплено полностью в раму и должен быть запас на подседельном штыре для его крепежа. Также сам фонарь имеет такие вот у нас складные ушки. За счет них как бы у вас, соответственно, фонарь подстраивается тоже под диаметр подседельного штыря, что, безусловно, очень продуманно и хорошо. Сзади, соответственно, у нас вся часть вот эта вот идет полностью прорезиненная. Мы также можем полностью снять вот эту вот накладочку, под которой скрывается в том числе порт для зарядки. Резина на самом деле такая очень мягенькая, даже если вы будете кататься в холодную погоду, она не будет трескаться, как это бывает у дешевых резиночек. Ну и она точно сохранит ваш подседельный штырь от царапин. Также надо отметить, что эта модель фонаря в 2019 году была удостоена премии Design Awards, что, безусловно, говорит о том, что дизайн здесь действительно достойный и многим он точно понравится. Но если переходить непосредственно к характеристикам фонаря, то вам надо знать, что здесь присутствует 3 постоянно светящих режима и 4 мигающих. Вот здесь вот сбоку у нас располагаются кнопки, за счет которых вы можете переключать данные режимы. Соответственно, у данного фонаря мы имеем 3 режима по постоянному освещению по яркости и 4 режима по различным мигающим вариантам. Также у данного фонаря 3, соответственно, диодные полоски, вот это вот центральная и 2 боковые. Поэтому этот фонарь даже очень хорошо видно именно непосредственно сбоку, когда вы, к примеру, подъезжаете к пешеходному переходу, чтобы автомобилисты вас лучше видели. Вот таким образом он выглядит включенный, и согласитесь, что, честно говоря, дизайн действительно восхищает. Вот с этой стороны, соответственно, у нас присутствуют 2 кнопочки, за счет которых мы можем менять режимы. При нажатии на вот эту кнопку у нас начинает, соответственно, включаться мигающий режим, если мы нажимаем ее 2 раза. Вот так вот это все, соответственно, у нас может работать. Если нажимаем еще 2 раза, то у нас, соответственно, фонарь возвращается в режим постоянного освещения. И вторая кнопка может нам позволять регулировать яркость этого фонаря. То есть вы можете его поднастроить по желанию, как вам нравится по яркости. Ну и также, чтобы он более экономично расходовал заряд батареи. Кстати, что касается заряда батареи, то в зависимости от выбранного режима данный фонарь проработает от часа 45 до 140 часов. И мне кажется, что если использовать этот фонарь в режиме, который будет рассчитан под 140 часов, то про зарядку вы забудете вообще минимум на год. И еще одна приятная мелочь, которую я заметил, пока крутил этот фонарь, то что вот этот вот черный пластик, который вы здесь видите на основной части фонаря, он на самом деле идет такой прорезиненный и как бы soft touch, то есть он такой немножко шершавый на ощупь и, ну, дает какое-то некое ощущение такой резиновости. Честно говоря, когда держишь этот фонарь в руках, то ощущаешь от него, что это действительно такой премиальный продукт. Все основные характеристики данного фонаря я уже, в общем-то, озвучил. Я бы хотел еще добавить несколько слов о самом производителе компании Moon. Это компания, которая специализируется исключительно на велофонарях и делает это на высочайшем уровне, о чем точно свидетельствует данное изделие. В их линейке вы можете найти фонари от самых простых и бюджетных до самых невероятных и продвинутых велофонарей, которые только возможны. Ну и если вы хотите более подробно познакомиться с данной моделью фонаря, подержать ее в руках, посравнить с конкурентными моделями, то приходите в любой из магазинов «Велострана», где вы всегда получите грамотную и профессиональную консультацию от наших специалистов.